Удивительно интересная и милая сцена. Рон самый крупный из наших собак, ей почти 4,5 года. Но выбрала себе в подругу самую мелкую собачку. Багги 1,5 годика. Удивительным образом эти две собачки дружились. И Рон оказывает всяческие знаки внимания своей маленькой подружке. С Черри она тоже не против поиграть, но с Багги у них настоящая любовь. На прогулке они тоже стараются держаться друг к другу поближе. Багира весело трепет комбез на Ронке, нам на радость, ведь зашивать-то нам. И очень интересно, что самая крупная и сильная собака выбрала себе в подруге самую спокойную и слабенькую. Возможно, у Роны своего рода материнский инстинкт. И Багги она воспринимает как своего ребенка. Снимая этот ролик, мы боялись пошевелиться или вздохнуть, чтобы не спугнуть девчонок. Хотя милуются они достаточно часто, но на камеру поймать получается не всегда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем успехов в дрессировке и взаимопонимания с вашими собаками.